Федеральными экспертами отмечен опыт работы управленческой команды города Магадана по итогам всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», который прошел в 2021 году. Министр экономического развития России Максим Решетников направил благодарственное письмо мэру Магадана за активное участие в конкурсе в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Опыт работы управленческой команды муниципального образования «Город Магадан» был особо отмечен экспертами на федеральном этапе конкурса. Благодарю представителей региона и города, принимавших участие в подготовке и реализации практики, за эффективную и качественную работу, сказано в благодарственном письме министра. Магаданцы понимали, в каком экономическом положении, при каких возможностях сейчас находится город Магадан. И уж точно отсюда сейчас уезжать не стоит, потому что это территория, которая имеет право на очень быстрое, интенсивное развитие. Команда областного центра представила практику муниципального образования в сфере муниципальная экономическая политика. В частности, познакомила экспертов с деятельностью и показала результаты работы кардинального совета в области развития малого и среднего предпринимательства и улучшения инвестиционного климата при мэрии Магадана.